В Иркутске осудили бывшего сотрудника инспекции труда региона. Напомним, его задержали летом прошлого года. Мужчину обвинили в получении взятки в размере 150 тысяч рублей от директора предприятия за молчание. Инспектор по труду не стал разглашать информацию о нарушениях техники безопасности при строительстве водопроводных сетей в Ленинском районе. Из-за этого в 2019 году на объекте погибли два человека. Суд назначил бывшему инспектору 3 года условно и штраф в размере 450 тысяч рублей.